И вот мы в городе Санкт-Петербург. У меня дома. У нас! Кстати, у нас дома, потому что теперь мы вместе снимаем эту квартиру. Да! И, ребята, послезавтра мы встречаемся в Небаре. Машку. В розовый. Дай интригу пустить. Подожди, зачем ты это сказала? Хотела интрижку пустить. Маша. Нет, это я помню, как не могу. 50 лет, когда эти вещания начинаются, ты больная. Продолжай. Через 50 лет? Отвали. Почему? Ну расскажи, что ты ешь хотя бы. А я хочу поздравить Лизочку с наступающим Новым годом и удачным уходящим, с дочкой в 2017 году и любящим мужем. От всех пацанок тебе привет. С наступающим. Бытовые разборки дома? Нет, только не меня! Только не меня! Я просто никогда не играла в монополию, и мне вот через эту штуку мне реально положили 10 миллионов. Это просто мега крутая игра. Будем пробовать. Сегодня ночью не будем спать, да? Говорят, в нее можно играть много. 8 часов как минимум. Жесть. Дукнулась, да? Все пацанки рекомендуют, особенно я, особенно Таня, потому что она все бы ничего, но она потеряла сегодня телефон. И завтра мы проснемся. Гвоздик очень везет в этой игре. Я предприниматель. А ты меня разбудишь? Тебя разбудить? Угу. Нет, я тебя, конечно, могу разбудить. Как захочу. Да. Всем доброе утро, а вы готовитесь к нашей встрече? Потому что мы готовимся. Ну, кто-то еще там досыпает немножечко. Вот приехала Бритни к нам, а все остальные только просыпаются, и мы завариваем. Сейчас я буду пробовать мои оладьи, которые засрали. Маша, заткнись, Маша, Вставай. Таня. У тебя бровь сбрит. Ты знаешь об этом? Ага. Таня. Дадим привет! Юль, так только. Внимательно. Как тебе плацкарт на боковушке? Истинная леди. А прекрасно. Прекрасные люди, прекрасная атмосфера, прекрасная боковушка. Итак, я веду мой репортаж прямо с города Москва. И совсем скоро, через несколько часов, мы с вами увидимся на Арбате 13. Так что, ребята, приходите, начало в 7 часов. Мы все вас ждем. Юля, мы ждем? Да, мы ждем. Ребята, пришлите, пожалуйста, мне какие-нибудь фотографии со вчерашней встречи в Санкт-Петербурге. Хочу что-нибудь выложить. Просто... Скоро выйдем, дайте покушать. Сейчас мы... Вот буквально одна минута, сейчас Лера, надо уже выходить. И я заберу себе последний кусок курочки и ухожу. Просто сегодня после вокзала ничего еще не... Ребята, это самый необычный подарок. Нам всем пацанкам подарили сухпайок. Это если тут, опять в лес поедем. Фарш колбасный, да, если опять в лес поедем. Рагу из овощей. Тут очень много всего. Сахар, повидло яблочное. Тур закончился! Тур закончился! Спасибо всем, кто был с нами! До скорой встречи! 3-4!
пошли нахер! Нет. До скорой встречи, ребят. Да-да-да.